Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить салат из макаронных изделий. Hi! Today we're gonna cook pasta salad. Для приготовления нам потребуется... Здесь у меня вот такие вот бантики отварные. Это могут быть любой формы. Это могут быть спирали или макароны. Какой угодно формы, какая у вас есть, какая вам нравится. So we're gonna have a cooked pasta, уже отварные. Два помидора, two tomatoes, two cloves of garlic, два зубчика чеснока. Примерно 100 граммов брынзы, approximately 100 грамм, say, quarter pound of feta cheese. Небольшой пучок, здесь у меня кинзы, вы можете брать любую зелень. I have a small bunch of cilantro, if you don't like cilantro, you can take a dill or you can take a parsley, whatever you like. Немного зеленого лука, little of green onion, I cut already, я уже порезала его. Сок половины лимона, juice of half lemon, black pepper, черный перец, salt, соль и оливковое масло and olive oil. If you don't like olive oil, you can put any oil you like. Если вам не нравится оливковое масло, вы можете использовать любое другое. Для начала мы выжимаем сок из половины лимона. Добавляем примерно столовую ложку оливкового масла. Add approximately 1 tablespoon of olive oil. Я кладу наш чеснок в ступку. I put our garlic in mortar. Добавляю немного соли. I add just a little salt. И толку наш чеснок. Чеснок я потолкла. It's ready. Я добавляю его в миску с маслом и с лимонным соком. Я все перемешиваю. I mix everything. Теперь я кладу пасту. Now I add pasta. Я кладу наши бантики. Добавляю лук. I add green onion. Нарезаю брынзу на кубики. I cut feta cheese into little cubes. Также добавляю сюда салат. Сейчас я нарежу зелень. I cut cilantro. I say again, if you don't like cilantro, you can put basilic, you can put parsley or dill, whatever you like more. Сейчас я приготовлю помидоры. Now I prepare tomatoes. Мы убираем середину.
I'm just take it off the middle part. Сейчас я нарежу помидоры на небольшие кусочки. Now I'm gonna cut these tomatoes into small cubes. Я все порезала, I cut all. Сейчас я добавляю помидоры в салат. Now I add our tomatoes to salad. Добавим немного перца. Add little black pepper. И все перемешаем. And mix up all together. Итак, наш салат из макаронных изделий готов. So our pasta salad is ready. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, subscribe to my channel, put likes. Желаю всем приятного аппетита и хорошего дня. I wish to all of you bon appetit and nice day.